Аристократы все равно бегут сюда. А что еще им делать в свободное время? Опять заклинило. Надеюсь, ты не ждешь от меня помощи? Нет, офицер. Что бы. Я так устал за последнее время. Смотрите под ноги, сэр. Не отходите от меня. Я знал, что мадам Сяо-Сяо устроила свой вертеп в тайном месте. Но здесь... Защита от любопытных глаз дорого стоит, сэр. Что дорого, это точно. Пусть даже и кузина, а я любил ее. Вы тут часто бываете? О, добрый вечер. Это мой... Это чувствую. Я, конечно, весь в коже, но за танцовщицу кабаре меня, скорее всего, не примут. Надо прокрасться внутрь. Останется. Позвольте ваше приглашение. О, приглашение? Ну да, конечно. Оно у меня вот тут. Черт, я его, наверное, куда-то засуну. Неважно. Сэр, мне жаль, но мадам Сяо-Сяо настаивает на секретности. Без приглашения нельзя. А вы не могли сказать об этом? Берегите дыхание для пути наверх, сэр. Это недопустимо. Унизительно. После всего, что я пережил. Это для вашей безопасности, сэр. Всех подряд.
чужой воин. Не бери в голову. Мадам к тебе прекрасно относится. Можно начать с покоев, мадам. Заодно набью карман, если я там никому не помешаю. Вот сюда ларек с баландой. Целая куча опиума. Загрузите в насос. И всем сладких снов. За баком скрыт механизм. Он контролирует заслон. Мадам говорит, всегда заглядывать под маски. Ну, они такие паранойи. Хорошо, когда они засыпают в незаконочек. Так их легче нарисовать. Ты не видела герцога Торберна? Мадам платит премию за добавку. Хотя бы его доска выдавила. У него чистота, сокровищница. Если ты выдавишь что-нибудь из Торберна, придется стирать простыню. Но здесь его замужний дружок Гораций. Ну, как там его? Все, что происходит в доме,
остается в доме. Это уже третий, кто хотел, чтобы я играла дешевую штуку. Ох, бедолаги. Дома в грязные игры не поиграешь, а по-настоящему на улице они боятся. Черепаху. О, я это запомню. Надо выпить. Очень болит спина. Старые боги, новые боги, они нас не слушают. Говорят, они сжигали трупы на открытом воздухе. Как ужасно! И где, говорите, это случилось? Холодно сегодня. Не слышала. Одни собирают шедевры искусства, а я извращение. Горячий кофе сейчас бы не помешал. Приятно на время свалить от клиентов. Такое зрелище я не скоро забуду.
Я смотрю, у тебя сегодня два новых цветочка. Да, персик и нероли. Они хорошие девочки. Я ожидаю, что это отразится на твоих взносах. Но ты уже поднял налог в два раза в этом квартале. Сейчас всем тяжело. На улицах сущий ад. Будет жалко, если торговля опиумом встанет из-за проблем с доставкой товара по этому адресу. Сегодня вечером я все приготовлю. Хорошо. Я пока тут отдохну за счет заведения. Мне что-нибудь молочное и сочное. Я позову цветок Жасмин. Жасмин уже старовато. Я хочу помолоть. Бутончики не работают с клиентами напрямую. Ты же знаешь. Ты не выполнишь мою просьбу. Налоги я заплачу. Но правила действуют даже для тебя. Жасмин все исполнит в наилучшем виде. Пусть постарается. Приготовь все, что надо. Я буду в номере Калибри. Что за вещи, глотку никто не берет? Какая тут жуткая вонь. Никогда не знаешь, что встретишь под городом. Я заболел, точно знаю. Погода меняется. О, вы у нас впервые, сэр. Чудесно. Что? Откуда ты знаешь? Я же в маске. Я смотрю не на ваше лицо, сэр. Кошмар. Всего
сегодня я сделал много страшного. Какая прелесть. С самого утра. Исповедуйся мне, а потом мы будем грешить снова. А сколько у нас времени? Везде этот мрак. Холодно сегодня. Как я объясню эти следы? Ты меня поцарапала! Скажи, что ты охотился. И на тебя напал дикий зверь. Где я? В Риверсайде? Смог над моей виллой на восходе окрашивается в изумительные ржавые тона. О, наверное, вы в фаворе у барона. Везде этот мрак. Разговорился. В питье что-то подмешано, да? Давай выпьем еще. На всякий случай. Кажется, у меня зуб шатается. Может, я сегодня посплю. Хорошо бы нищих перестали вешать на мостах. Это убивает все настроение. Я так тебе отхлестаю, что оно вернется. А что ты хочешь от меня взамен? Плохие. Интересно, что они кладут в баланду? Порой мадам нервничает больше, чем сами клиенты. Кажется, у меня зуб шатается.
ваш дом, говорят, что вы подобны волкам. Сейчас ты сама все узнаешь. Все, что происходит в доме, остается в доме. Погода меняется. Я голодный как. Что-то мне дурно. Что у всех мужиков они одинаковые. Некоторые из клиентов наших девочек такие умные. Происходит что-то странное. Я сам найду тайный ход, о котором говорила Сяо-Сяо. Он где-то здесь, о котором Сяо-Сяо писала в своем журнале. Он старше, чем Дом цветов. Знакомые контуры. Это один из знаков на медальоне. Где остальные? Да, в следующий раз чуть сильнее. Да, мне понравилось. Привет, красавица. Мадам говорит, ты Нойка. Не трогай меня. Тебя никто не спрашивает. Ты даешь мне то, чего я хочу, и нет. Теперь надо их расположить.
место надолго забыли. Этот город живет одним днем, и он хорошо хранит свои секреты. У нас это общее. Должен быть способ отключить эти древние ловушки. Он сказал, что я найду книгу, а не целую библиотеку. Здесь, наверное, сотни книг. Я иду в центральную башню. Thank you.
это не человек. Предположу, что это та самая книга. Но чтобы украсть, ее надо у меня. Эту ночь под городом я запомню надолго. Да, тут давно. Только будет
Я тут вспомнил одну историю. Один тип унаследовал землю у старой стены и решил разбить там розовый садик. Начал пахать, а плугом будто урал. Погиб целое кладбище. Накажи меня, мамуля. Я очень, очень плохо себя вел. Стой! Не трогай меня. Нога болит. Генерал, в чем дело? Мамуля тебя сильно ударила? Не смей так говорить о моей матери, ты мелкая сучка! А ну иди сюда! Что здесь происходит, генерал? Ну все. Бери свой черный налог и вон из моего дома. Тронешь ее еще раз, и я тебе яйца отрежу. Повторять не буду. Вонючая крыса! Я тебя убью! С девушками надо. Ты еще пожалеешь.